36-летний житель одного из районных центров Нижегородской области был задержан с поличным сотрудниками уголовного розыска ГУМВД России по Нижегородской области и УМВД России по Нижнему Новгороду. В июле-августе 2018 года в ОВД Нижнего Новгорода поступило 3 заявления от владельцев офисов микрофинансовых организаций. Заявители сообщали, что на их менеджеров в помещении для работы с клиентами совершены разбойные нападения. В общей сложности добычей нападавшего стали 58 300 рублей. По фактам нападения были возбуждены уголовные дела по статье 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Камеры видеонаблюдения, установленные в офисах, зафиксировали действия подозреваемого. Его голову скрывал капюшон, а лицо – медицинская маска. Однако принятые нападавшим конспиративные меры не смогли воспрепятствовать его задержанию полицейскими. 30-летний житель города Балахны Нижегородской области был задержан полицейскими с поличным при совершении очередного разбойного нападения. В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста. Свою вину в совершенных противоправных деяниях мужчина не отрицает. В своих показаниях он поясняет, что пошел на совершение противоправного поступка в связи с тем, что имеет много долгов по кредитам и 2 несовершеннолетних детей. Однако осознает, что своими поступками только усугубил свое положение и материальное положение семьи. Согласно законодательству Российской Федерации, за совершенное противоправное деяние мужчине может быть назначено наказание в виде лишения свободы до 8 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет или без такового. Расследование продолжается.